Привет, друзья! В сегодняшнем ролике решил рассказать о бортовом компьютере Pajero 4. На самом деле, если вы смотрите это видео, значит, вы, наверное, недавно купили эту машину, с чем вас поздравляю. На первый взгляд может показаться, что тут все сложно, столько кнопок. В принципе, на панели ниже бортового компьютера очень много кнопок, если у вас штатная магнитола, конечно же. Но не все так печально. Давайте разбираться. Первый пункт, который у меня стоит, это показывает станцию, FM-волну, понятное дело, диапазон. Написано, что FM, какой канал. Сверху у нас время. Посередине у нас компас показывает, в какую сторону света мы стоим. Здесь показывается температура в правой части. Окей. У меня машина не запущенная, поэтому данных нету. Ничего страшного. Поехали. Кнопочка «Инфо» листает у нас основное меню. Этот пункт меню у нас показывает, какой расход топлива на 100 километров. Также с правой стороны рисуется график изменения расхода топлива. Это очень удобно, но лучше туда не смотреть. У меня 3-литровый двигатель 6G72, поэтому лучше на расход не заглядывать. Ладно, это такое, шутеечки. Следующий пункт у нас range. Range означает, какое количество километров вы проедете на оставшемся топливе в баке с вероятностью в 100%. То есть, если тут будет стоять 400 километров, значит, точно на 400 километров вам этого топлива хватит. Следующий пункт у нас скорость, то есть рисуется график скорости, с которой вы ехали, больше, меньше. С этим понятно, тут ничего сложного. Это температура за бортом и ее график, как она изменялась в течение поездки. Elevation. Очень интересный пункт, очень многие задают вопросы, кто-то думает, что это метры над уровнем моря. Elevation переводится как высота, но на самом деле, если быть точным, то точное определение этого пункта звучит так. Это показатель разницы высоты от установленной к текущей. Соответственно, если вы станете на берегу моря, выставите это в ноль, то этот пункт меню у вас будет показывать высоту над уровнем моря. Все просто. Поехали дальше. Это барометр, меряет давление в рамках одного дня. Ну и график изменения давления. Это у нас, я думаю, что не надо объяснять, да? Дата, год и месяц. Следующий пункт у нас есть вот такой режим, чтобы светились только часики. Есть пункт, чтобы ничего не светилось. И опять станции. Окей. Если вы заметите, то внизу над каждой из этих четырех кнопок есть окошки. Сейчас они пустые. Это означает, что в рамках этого пункта меню мы ними ничего не можем менять. Давайте обратим на них внимание. В расходе топлива тоже все пусто. Здесь мы ничего не можем менять. Range пусто. Скорость пусто, температура пусто, elevation пусто, барометр пусто. Кстати, давайте попробуем завести машину. Может быть, что-то изменится в связи с этим. Да. Вот, как мы видим, в окошках появились надписи. Я так и думал. Давайте вернемся и пройдемся еще раз. На FM мы ничего не можем менять. В экономии мы можем сбросить. Вот, сбросилось. Мануал. А вот этого, кстати, даже я не знаю. Я так понимаю, что... А, может быть, мгновенный... Да не, все равно на 100 километров показывает. Странно. С этим надо будет разобраться. Если вы знаете, кстати, то напишите в комментариях.
Ладно, пускай будет авто. Поехали дальше. Range тоже можно сбросить. Никаких проблем нет. То есть, к чему это все вел? Каждая кнопка отвечает за свое окошко. Если здесь Reset, значит вот этой кнопкой можно сбросить. Скорость тоже можно сбросить. Температуру. Опять-таки рисует график, поэтому можно сбросить. Вот. Мы можем добавлять высоту, либо убавлять. То есть, если мы вот так вот, вот к морю подъедем и поставим 0, то мы будем видеть высоту над уровнем моря. Не знаю. Удобная штука. Барометр мы можем только сбросить график. Ну и тут все стандартно. Так, adjustment кнопка. Это уже кнопка настроек. Настройка часов. Опять-таки видим часы, минуты и установить. Ничего сложного нету. Часы я не буду показывать, как настраивать. Они у меня настроены. Вот, часы, минуты и сбросить. Дальше. Настройки яркости. Вот стрелочки. То есть яркость для дневного времени выбираешь. Опять есть минусик, есть плюсик. Пожалуйста, настраиваешь. У меня настроено максимально днем. Set установить. Вот. Back вернуться. То есть все интуитивно понятно, несмотря на то, что кажется, что миллион кнопок. Поехали дальше. Вот. Яркость для ночного времени, Select, у меня стоит плюс 3. То есть ночное время у меня бортовой компьютер светится вот так. Меня это устраивает, поэтому ничего не устанавливаю, нажимаю вернуться. Все, в этом пункте меню только Daytime и Nighttime. То есть дневное время и ночное. Вот тут вот сверху справа мы видим циферки 2 из 2. То есть мы понимаем, что вот этими стрелочками мы листаем только два пункта меню. Тоже все интуитивно и понятно. Едем дальше по меню. Компас сеттинг. Варианты компаса. Вот какие у нас тут варианты компаса. 1 градус east, west, 0. Не знаю, что это за такие варианты компаса. В общем-то, в этом пункте еще есть калибровка. Это очень крутая штука. Когда неправильно показывает компас, вы ее выбираете. Машина говорит вам ехать по прямой, потом поворачивать. Желательно, чтобы это был не город, то есть где-то за городом, вокруг поля, короче. Если грубо выразиться, надо навернуть кружок. И компас сам откалибруется. Почему не в городе? Да потому что очень много перекрестных наводок. У нас здесь очень много вышек. У нас здесь очень много линий электропередач. Это все влияет на калибровку компаса. И он у вас точно не откалибруется. Дальше, поехали. Календарь. Настройка даты. Понятно. Календарь Pattern Select. А, ну типа, что зачем будет идти? Число, месяц, год, там месяц, число, год, понятно. Поехали дальше. User Custom. Unit. Настраиваем юниты. То есть, в каких единицах будет измеряться, допустим, экономия топлива, range, там метры, километры, секунды, минуты и так далее. Я думаю, с этим тоже все понятно. Так, тут у нас 4 пункта меню, смотрим. Язык. Можно поменять язык. Естественно, я пробил, что русского у меня нет, у меня арабская машина. Понятное дело, что русского тут не будет. Какой формат времени у нас есть в этом пункте меню? 12 часов или 24. Ну и, собственно, сброс к заводским настройкам. Поехали дальше. Настройки барометра. Мы можем настроить барометр. Отлично. Мы можем сбросить барометр. Current value set. Да, пускай. Сбросим. Окей. Все, сброшенный. Так, дальше. Часы. Часы уже, по-моему, были. Собственно, все. В этом меню тоже. Опять нажимаем Info. Возвращаемся, скажем так, на главный экран. Собственно, ничего сложного в компьютере нету. Показал на своем примере, как это все дело работает. Если остались какие-то вопросы, задавайте, пишите комментарии, дополняйте это видео, и
ничего сложного тут нету. На самом деле меня вот это только заинтересовало, экономия по топливу, то есть расход топлива, как вот оно, мануал или авто. Вот по каким алгоритмам оно начинает считать. Но у меня было мануал, потому что у меня есть график, или было авто. В общем, не знаю, что у меня было, но вот этот интересный момент, очень интересный. То есть мы же резетнули, по-моему. А если мануал поставить, его тоже можно резетнуть. Отлично. То есть, возможно, он считает и авто, и мануал. Главное теперь разобраться, что за что отвечает. В общем, други мои, доколупался я до того, что означает мануал или авто. Есть у меня книжечка очень интересная, и она пишет о том, что мануал — это ручной режим обнуления будет счетчика. Давайте, собственно, почитаю. На дисплее отображается средний расход топлива. Период с момента последнего обнуления показаний. На графике отображается средний расход топлива за 4 часа. То есть тут с момента последнего сброса, тут за 4 часа в графике. Окей. Значение параметра обновляется каждые 5 минут. Если параметр показывается в режиме автоматического обнуления показаний, то при нажатии кнопки «Мануал» этот параметр переходит в ручной режим обнуления. Если параметр показывается в режиме ручного обнуления, то при нажатии кнопки «Авто» этот параметр переходит в автоматический режим обнуления. Соответственно, мне нужен автоматический режим, я его и выбираю. Не люблю ничего делать руками, мне удобно, когда машина сама себе там обнуляет, понимает и так далее. Так что поэтому вот так. Вот такая вот книженция мне помогла. Кстати, очень классная книга. Не знаю, получится ее выложить или нет. Это PDF-ка. Собственно, здесь очень много интересного по настройкам. Вот прям максимально крутая книжка. В общем-то, такой видосик. На этом все как-то так. Всем пока.